Елка Акима прошла в Караганде. Более 200 детей с ограниченными возможностями, детей из малообеспеченных семей и сирот вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой окунулись в атмосферу праздника, а также получили новогодние подарки. Помог маленьким карагандинцам зажечь главный символ Нового года – аким города Мейрам Смагулов. Мейрам Смагулов сегодня в роли доброго волшебника. Без него зеленая красавица не засияла бы яркими огнями. Отложив все важные дела, глава города поспешил поздравить самых маленьких карагандинцев, для которых и был устроен новогодний утренник. Уважаемые детишки, уважаемые родители, как говорит наш президент, дети – будущее Казахстана. Я хотел бы поздравить всех вас с наступающим Новым годом. Хорошего настроения, хороших оценок в учебе, и пускай наш Казахстан процветает. Маленьких снежинок, динозавриков, бэтменов и спайдерменов на праздничном мероприятии собралось порядка 200. Это дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей и сироты. Все они в преддверии Нового года получили возможность вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами окунуться в атмосферу праздника, поучаствовать в веселых играх и поводить хоровод вокруг елки с главой Караганды. Я желаю всем здоровья и счастья и поздравляю всех с Новым годом. Желаю всем самого хорошего, чтобы прошел Новый год хорошо и всем подарки подарил Дед Мороз. Все маленькие участники праздника получили мягкие игрушки и сладости.